попросили владельцы Кьюга еще рассказать о своем друге. Вот еще раз показываю, у меня Кьюга 5, и я езжу на нем всю зиму. Хорошенечко сделал герметику, хотя она и так неплохо сделана, эта герметика. Ну и видите, сделал себе такой багажничек, сюда прицепляется у меня тележечка. Здесь вот просверлил, смотрите, сделал стоечку для камеры. Ставлю еще камеру. И езжу вот по таким сугробам. Сегодня у нас вот праздник российской лыжня. Приехал, его снимаю. И очень доволен. Сейчас уже февраль месяц, всю зиму ни разу ни одной ни поломки, ничего не было. Так что приобретайте. Я думаю, конечно, может быть, с двумя ведущими лучше был бы. Но и с одним ведущим можно, с двумя ведь можно даже наоборот. Прокатить? Да. Не, ребят, сейчас очень скользко. Давайте летом. Давайте. Подойдете а летом. Как вас зовут? Михаил. У меня Егор. Сергеевич. У меня Егор Иванович. Отлично. Я Егор. Все, я Егор поехал, Иванович. Да? Все, можно? We'll be right back.
Ну вот, друзья, такая зимняя езда на Кьюга-5. Сугробов в этом году больше, чем хотелось бы. Но я скажу честно, мне и в таком варианте этот... Я даже самокатом его назвать стесняюсь, потому что это настоящий, хороший, такой рабочий скутер. Вот так. Кьюга 5. Все, всем здоровья.